Бои за сопку Безымянную в районе озера Хасан, подвиг 11 пограничников 59-го посъедского погранотряда и 2-й стрелковой роты 119-го полка 40-й стрелковой дивизии. Героические страницы боевой славы нашей армии и нашей страны. Губернатор Олег Кожемяка почтил память героев. Памятное мероприятие в честь 85-й годовщины хасанских событий развернулось на площадке школы в поселке Хасан. Здесь на мультимедийной выставке можно ознакомиться с документами и артефактами исторического конфликта. Глава Приморья посетил школьный музей «Память Хасана», где провел экскурсию для юноармейцев и молодогвардейцев. Также состоялась презентация исторического альбома «На рубежах мужества», который создан по губернаторской краеведческой программе. Эта книга служит путеводителем по тем героическим страницам нашей истории, которые совершались здесь, на Хасанской земле. У нас легендарная граница, легендарные пограничники, которые принимали участие в боях здесь, которые защищали Брестскую крепость, обороняли Москву и Ленинград, побеждали и брали Берлин. Безусловно, пограничники приняли большое значение в битве за освобождение Маньчжурии. Слава и подвиги пограничников позволяет сегодня молодому поколению видеть преемственность своих отцов, дедов и прадедов. В этот день Олег Кожемяка вместе с пограничниками, ветеранами, представителями администрации Хасанского муниципального округа, молодежных и общественных организаций возложил цветы и венки к мемориалу неизвестному солдату. Для Приморья, для нашей страны это важнейшая страница истории. Страница, которую на протяжении 85 лет не забывает наш российский народ. Конечно, попытки японских милитаристов тогда, в 1938 году, прощупать наши рубежи с тем, чтобы посмотреть, насколько возможно дальнейшее продвижение по Дальний Восток, встретили ожесточенное сопротивление, героизм и мужество, в первую очередь, наших пограничников. Именно тогда были заложены основы последующих подвигов пограничников, героев Брестской крепости, героев даманских событий. Также глава региона вместе с юноармейцами и ветеранами побывал на сопке Заозерная, за которую шли ожесточенные бои в августе 1938 года. На ее вершине установили флаг героев хасанских событий. Именно отсюда открывается вид на три страны – Россию, Китай и Северную Корею. А завершились мероприятия в честь 85-й годовщины спуском плота памяти на озере Хасан. Анна Дьякова, новости на восьмом.